Так, продолжаем обзор биржи KuCoin, kucoin.com. И что мы здесь видим? Мы здесь с вами видим эксклюзивное задание по фьючерсной торговле. Причем я его, по-моему, выполнил. А спотовая торговля, подождите, я у меня уже в основном все на споте. То есть получается, что условия выполнить сегодняшнее торговое задание. Получить вознаграждение. Ежедневная спотовая торговля. Видите, у меня на холде лежит, как бы, поэтому, наверное, это. О, торговый. Подождите, торговый бот. Если присоединить к торговому боту, чтобы получить. Вот торговый бот у меня отлично работает. То есть на KuCoin есть такая вещь, то что спотовая торговля отличается от торгового бота. Это не одно и то же. Они даже депозит распределяют. Так, если я прочитал успешно, обновляется примерно в 60 минут торгования. Так, ну у меня в принципе да, все есть уже давно. Smart Rebalance Bot у меня работает отлично, вообще супер просто. Так, пересяду. Тут тоже. Так, что еще видно здесь? Так, это можно смело закрыть. Центр наград. А, то есть, наверное, он определяет вознаграждение, если ты начал только торговать. Ну, а если давно торгуешь, то это вознаграждение не получаешь. Ну, наверное, это так. Так. Денежный подарок. Что это такое? Смотрим. Перейдите в профиль настройки безопасности сторонние аккаунты, чтобы привязать свой аккаунт в Telegram и разблокировать большие мероприятия с денежными подарками на KuCoin. Может позже. Смотрим, что здесь есть. Присоединиться. А, это если только приглашениями от друзей делаешься. А, снова сетевой маркетинг, снова приглашаете друзей. Прямо вот таких вот лаунчпадов. Дальше что мы видим? Дальше мы видим следующее. Join to share. Что это такое? Вот давайте посмотрим, что нам предложит. Join to share. Join — это присоединяться, плюс приглашать. Я так это все понимаю. Вот, смотрим. Загрузка не прошла. Просто я в таком месте нахожусь, где глушат интернет, образно говоря, и загрузка не прошла. Ну давайте еще посмотрим. О, BTS Swing. Давайте посмотрим. Тоже не прошла. Но в таком месте я нахожусь. Так, в премаркете, что у нас есть? Премаркет — это вообще классная вещь. Жалко, что не на всех криптобиржах она используется. А так вообще купить Эна. Эна уже купили, и сейчас ее сливают. Купить и продать, ну, конечно, нет, потому что ее сливают. Так, что здесь еще есть? Ну, в принципе, все, что мы видим, это уже прошло.
Chrome W это универсальный протокол. Вот, в принципе, были бы свободные USDT, я бы купил бы. Может быть, даже что-то продам из завалявшегося и куплю. Так, ну с примаркетом понятно. Дальше смотрим. Game Jam. Что это окончена, такое? Поезд отправляется. Game Vote это интересная штука. То есть, допустим, ты наслышался уже про какие-то токены, которые давно пиарятся, давно в медиапространстве, и ты за них можешь проголосовать. Это вот это интересно. Вот за это KuCoin молодцы. И еще приз за это получить. Так, ну сейчас у меня совсем интернет прервется, поэтому я вынужден третью часть закончить. Рассказ про биржу KuCoin.